Зорницу посвятили юбилею Победы. Задача мероприятия – поднять патриотический дух участников и проявить необходимые знания при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проходит она совместно с управлением МЧС города Димитровграда и управлением образования города. Принимают участие у нас также все команды, все 13 команд готовы к прохождению этапа. Этот этап многоборья называется «Защита». Дети показывают навыки спасения себя и других в экстремальных условиях. Сегодня на Зорнице я буду пострадавшим. Меня будут выносить на носилках из зоны радиации и проводить на мне так называемые опыты. Но ты сможешь помочь? Смогу помочь. Всегда, да. Да, смогу. Запомнил. Вместе с ними учил. На скамейке зрители преподаватели ОБЖ, они же главные болельщики, переживают сильнее участников. А все потому, что судят соревнования настоящие профессионалы из службы ГО и ЧС. Почему так сильно переживаете? Вы же готовили. Нет, мы готовили, но все равно это же дети. Взрослые – это одно, а дети – это другое. Поэтому они вообще молодцы, умнички, они со всем справятся. Жюри строгое сегодня? Жюри у нас не строгое, но справедливое. Первое место в Зорнице поделили между собой команды городской гимназии и многопрофильного лицея. Татьяна Балунева, Виталий Немов. Наше время.